Сегодня хор в 4. I remember. Ларка, это ж ты. Ты что, не узнаешь меня, что ли? Это ж я, Андрюха. А у тебя дочь? Угу, Катюха. Нас сегодня в хор Грачёва прослушивали. Здорово. Вы приняты. С сегодняшнего дня у вас начинается новая жизнь. И кто же у нас теперь солист? Для того, чтобы получить официальный статус хора, нужно иметь как минимум 50 хористов. Где вы этого беспризорника нашли? А не берете парня только потому, что он нот не знает? А вы что, что все? Прямо так вот с нотами и родились, что ли? Славы захотелось? Думал, все легко? Если бы не этот хор, мы бы с тобой никогда не встретились. Все стоят в коридоре и ждут маленького трусливого выскочку, который ничего не понимает в музыке. Запомни, Грачёвского хора на песне года не должно быть. Понял! Ты можешь объяснить, что, собственно, происходит? У тебя есть все то, о чем советские бабы даже мечтать не смеют. Верни мне эти 15 лет. Еще раз я увижу тебя с этим человеком, я все расскажу отцу. Так произошло, что я ее люблю. Ты моя! Ты моя жена! Ну, сын, ну послушай меня, ну пожалуйста! Оставь меня! Значит, я нужен был, только пока мог петь. А теперь все? Выкинули меня, да? Я устал каждый раз начинать сначала. Чтобы я вас больше рядом с хором не видел. Им же не мы нужны, им нужны марионетки, куклы. Он человек возрождения. Он творец, он создал этот хор. Что вы вообще про него знаете? Голос, он душа человека. Звучит он всегда. Пой, пой, чтобы солнце взошло.